Да, то есть вы сегодня отрепетируете, а 18 числа мы с вами снова встретимся в Плеяде, по-моему, в 17 часов. Действительно, конкурс абсолютно честный. Мы работаем более над тем, что у нас будет система, где, скорее всего, я уже придумал, можете сказать, проголосовать, да, здорово. Мы думали, как бы сделать так, чтобы было абсолютно прозрачно, и потом никто никого обвинить не может. Я думаю, что мы сделаем какую-то жеребьевку и определим из состава активистов всех вузов там несколько человек, которые будут в секретариате сидеть подсчета голосов. Кто не пройдет на кастинге, не огорчайтесь. Потому что понимаете, да, то есть вас сегодня, слава богу, больше, чем одна, а, как бы да, понимаете, вузов много. Но в любом случае вам большое спасибо за то, что вы уже откликнулись, за то, что вы в этом участвуете, потому что вы, в общем-то, есть активисты этого всего движения.